Технологии, которые риотовское предприятие «Корустех» презентовало главе, могут серьезно улучшить состояние дорог и тротуаров в городах. В обычный асфальт разработчики предлагают добавить специальные примеси. Во-первых, покрытие будет другого цвета, а значит, не придется каждый год, например, подкрашивать велодорожки или пешеходные пути. Краска стойкая и не боится мороза и дождя. Но главное качество второе. За счет специальных добавок асфальт становится прочнее, то есть тратиться на ремонт надо меньше. Правда, и цена у такого покрытия выше. А что по стоимости вот, по сравнению с обычным асфальтобетоном? Если асфальтобетон, здесь все удорожание идет в пигменте и в вяжущем. В асфальтобетоне это не более 5% от массы. То есть в стоимости такой асфальт дороже в 2-2,5 раза, чем обычный черный. Еще одно направление бизнеса предприятия – дорожная и ремонтная техника. Она позволяет делать тот же ямочный ремонт по новым стандартам качества. Но чтобы убедиться в этом, Станислав Катаров предлагает сначала технику испытать в реальных условиях города. Мне коллеги презентовывали специальную машину, которую в Европе, в европейских городах очень часто используют для заделки ям, которую мы также будем рассматривать как возможность для обслуживания нашего города, территории нашего города, потому что коллеги готовы даже на тесты свое оборудование дать, чтобы мы посмотрели, как можно с ним работать и насколько качественной получается заделка ям и, соответственно, при проведении ямочного ремонта. Вслед за «Корустех» глава посетил и легендарный гостелерадиофонд, один из крупнейших в мире архивов киновидеоматериалов, звукозаписей и фото. Станислав Катаров рассказал сотрудникам фонда основные задачи, которые отражены в стратегии развития города. У людей, многие из которых живут и работают в Реутове, было много вопросов о дальнейшем благоустройстве города, строительстве, расширении дорог и модернизации здравоохранения в муниципалитете. Ответами главы трудовой коллектив был удовлетворен. Подобные беседы Станислав Катаров проводит регулярно. И производственные предприятия всегда одни из первых в списке встреч. Елизавета Черняева, Алексей Золотарев, телеканал Реутов.